Приветствую вас на канале Спокойной Аналитики. Меня зовут Борис Тизенгаузен. Итак, Путин готов прекратить боевые действия в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аж четыре источника из окружения Путина. На каких условиях и зачем гоняли самолет Януковича в Беларусь? Что это за такая сумбурная встреча Путина с Лукашенко была? Ну и какие пакости клуб диктаторов готовят цивилизованному миру в ближайшее время? Об этом, обо всем в этой программе. Пока подпишитесь э, на этот канал, жмите колокольчик, жмите лайк и давайте разбираться. Итак, Reuters сообщает, что Путин готов прекратить боевые действия в Украине. То есть здесь речь не идет о подписании мирных соглашений, а просто о прекращении, фактически о заморозке. Но, конечно же, главным и ключевым условием вот эти четыре источника из окружения Путина называют как это в России выражается Лавров и Путин, реалии на земле. То есть, по большому счету, если говорить прямым, прямым языком, то Путин говорит, давайте, вот где война сейчас проходит, линия соприкосновения боевого, там заморозились, вот все, что я оккупировал, это мое. Естественно, обязательно сухопутный коридор, Донецкая, часть Донецкой, Луганской областей, естественно, часть Запорожской, и Херсонской. Ну вот это все мне остается. Как продать победу россиянам, конечно же, он знает. Потому россиянин вообще не будет задавать вопрос, а в чем тут победа. То есть Путин скажет, мы остановили НАТО, мы воевали против 50 стран, мы еще и земли отхапали, теперь... Азовское море, наше внутреннее море, и так ха -ха, покашляет и похихикает, как э, гнусявый дед такой. Ну и все, вот она победа. Россияне, а если кто-то там сильно захочет повозмущаться, а где же денацификация, демилитаризация, борьба с ненавистным э, бандеровско-нацистским режимом, то есть с нами со всеми, то он скажет... Э, вот знаете что? Мы их победили и так. Все, мы сократили количество населения в Украине, теперь им никто не помогает, они разрушены, и все, и мы большие молодцы. А если еще кто-то попробует задать вопрос, ну, то уже поедет там куда-то в район Сибири валить лес за такие глупые вопросы. Поэтому вот так. Но вот мне кажется, что Reuters, который вдруг начал разговаривать с какими-то источниками. Все эти источники сливы делают контролируемые. И вот там в этом материале есть одна фраза, ради которой, мне кажется, этот слив и производился. «Путин может воевать сколько угодно, но Путин также готов к прекращению огня, чтобы заморозить войну». То есть вот сказал один из собеседников Reuters. Так вот это ключевая фраза, ради которой этот слив производился. Путин может воевать сколько угодно. Это иллюзия, которую и информационно-психологическая операция, которую Россия усиленно продает Западу. Мол, Путин может воевать сколько угодно, он может бесконечно воевать, он не может воевать сколько угодно. Война – это огромные, огромные деньги. Экономика России и так перегрета. Да, спасают Россию Китай, Индия, но все-таки, посмотрите, Газпром ушел в убыток впервые за всю историю. То есть у нас с газом большие проблемы, с нефтью небольшие проблемы, но скоро начнутся в том числе. Поэтому не все так прекрасно у Путина, и воевать сколько угодно он не может. Но важно продать это Западу. Смотрите, еще, еще хотите, вот Путин будет сейчас сколько угодно воевать. Тут ведь... Если мы посмотрим в динамике, в принципе, да, ситуация именно на поле боя, ну, не самая благоприятная. Россияне начали наступление э, в Харьковскую область, сейчас э, в Сумы собираются наступать. Есть такой момент. Но э, давайте посмотрим на другие успехи и достижения. Полностью, фактически, очистилась акватория Черного моря от Черноморского флота Российской Федерации. Раз. А с поставками Атакмс в до достаточном, мне кажется, количестве начались очень эффективные прилеты по уничтожению авиации Российской Федерации. Аэродромы в Крыму. Сейчас идет усиленная дискуссия, такая прям очень высокого градуса по а тому, чтобы разрешить Украине все-таки бить по территории России. То есть есть определенные подвижки, успехи, конечно же, нам не хватает и F-16, и обещанного то, что обещали нам поставить. Все это большие проблемы. Есть. Но и Путин не может воевать бесконечно. Поэтому вот эта фраза, ради которой весь этот слив был организован, она очень характерна. Ну и Песков подтвердил что глава Кремля неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу для достижения своих целей и цинично заявил, что Россия якобы не хочет вечной войны. Видите? Везде у официальных спикеров, у тех, кто организовывает сливы для Reuters, для других информагентств, везде проскакивает эта ипсошная фраза ⁇ Вечная война ⁇ Может воевать сколько угодно, бесконечно может воевать. Обратите внимание сейчас на пророссийских политиков, правых, левых. Посмотрите на, я хотел сказать, Фица, не Фица там в ближайшее время. Много не будет э, говорить. Посмотрите на Орбана. Вот они все сейчас будут про вечную войну э, бесконечно. Э, мы сами себя там загоняем. Мы не можем бесконечно помогать Украине. То есть они сейчас вот эту фразу перевернут из бесконечной войны в бесконечную помощь для Украины. Обратите внимание. Это их новая, новый нарратив, новое ИПСО. И э, с назначением нового министра обороны Белоусова. Некоторые западные, да и наши тоже, аналитики сказали, что это вот, мол, перевод на военные рельсы для долгосрочного ведения войны, для продолжительной войны. То есть это большой минус для нас. Подхватили, кстати, эту тоже многие фразу. Большой минус для нас. Он очень умный. Он сейчас там все в Министерстве обороны настроит. Он финансовый гений. Да какой бы ты ни был гений финансовый. Ты просто не сможешь сломать коррупционную, гигантскую машину под названием Министерство Обороны. Сейчас происходит несколько знаковых арестов, задержаний высокопоставленных военных. Это имитация борьбы с коррупцией. Это э, выбивание людей Шойгу, э, отстранение их от кормушки, но не лайтформа не отстранения, а такая, довольно жесткая, с арестом, со всеми делами. А Белоусов если вдруг у него что-то там его переклинит в голове, он захочет побороться с коррупцией в Минобороны, он это не сможет сделать по одной простой причине, потому что вся Россия держится на коррупции, весь путинский режим держится на коррупции. Коррупция ⁇ это цемент просто российской элиты, российских властей, силовиков все воруют, все знают, что все воруют, все имеют папки друг на друга, и это гарантия, так работает эта система. Ты не пойдешь никого сдавать, потому что там нет тех, кто не ворует. Если ты пойдешь сдавать, сдадут тебя, на тебя тоже есть. То есть это двигатель вообще в России, коррупция. Поэтому если вдруг Белоусов захочет побороть коррупцию в Минобороны, а я напомню, миллиарды, миллиарды долларов там, то его просто прихлопнут. Там такие деньги, что проще будет город взорвать с людьми вместе с Белоусовым, чем побороть эти коррупционные схемы. Поэтому не нужно будет обольщаться, что белый воротничок придет сейчас и Минобороны заработает иначе. Так и будет работать, будут воровать, но будут имитировать, периодически подбрасывая там по одному-два генеральщика, может, по, по ниже рангам, пойманных за, за какими-то делишками темными. Ну, потом их отстранят, немножко пожурят, и он где-то в другом месте всплывет. Поэтому все это имитация. А, ну и э, есть еще один интересный момент. Путин неоднократно задают вопрос сейчас и Песков в том числе о дополнительной так называемой частичной мобилизации в России, что Путину придется еще разок ее провести. Не объявить, а именно провести. Ну и, конечно, все открещиваются, да нет, нам это не нужно, но, в общем-то, специалисты посчитали, что при таких темпах, особенно если Россия там широким фронтом задумает наступать на укреп на районы, то придется им к концу этого года еще одну мобилизацию частичную проводить. А не хотелось бы, потому что когда прошлую проводили, ну, опять же, доверять Пескову или Путину, который говорит, в этом нет необходимости, мы знаем, он уже говорил это, потом проводил. Почему не хотят отток возможен рабочей силы, работоспособного населения? После той мобилизации частичной много людей уехало. Сейчас тоже может быть вторая волна. Ну а тут э, все-таки проблема и с кадрами, и со всем остальным. Еще у Путина есть э, проблемка одна, которая имеет долгосрочную перспективу. А чем дольше затягивается война, тем больше вот этих э, с, уже получивших боевой опыт раненых, подраненных, целых, по частям, как-то еще, возвращается туда, обратно, в Россию. То есть это такой конвейер. Повоевал, там отстрелили руку-ногу, взорвался, поехал обратно. И вот это все балласт экономический. Это все недовольная, быдлоидная, агрессивная, злобная масса. Она там будет пару-тройку месяцев бухать, может, полгода, но потом проспится и начнет ходить, орать, я за тебя кровь проливал, там, и так далее, и так далее. То есть это... И чем дольше затягивается война, тем больше биомассы этой обратно возвращается. Да, часть в пакетах, но часть все-таки и так, ножками. Может, не всеми, но ножками. Поэтому это тоже будет проблема. И это, вот эта масса, она привыкла хорошо получать на войне деньги, а там она эти деньги хорошо получать не будет. То есть она при прикормила свои семьи, которые уже сидят и ждут, когда же там на карточку капнет э, рублики там, пока это воюет. Еще лучше, если его там официально где-то под, под камеру дрона грохнет, тогда и гробовые вообще заживем, как говорится. Поэтому это тоже проблема в долгосрочной перспективе. Они сейчас там пытаются как-то э, приезжих отменили же эту норму с... Э, отцов троих детей нельзя призывать знаете почему потому что а, мигранты которые заезжают они как правило больше трех детей то есть вот кого они под кого эту норму убрали сейчас будут всех тащить ну если понадобится поэтому поэтому вот такая история ну и сам еще интересный момент самолет януковича в момент визита путина к лукашенко путин кстати целую делегацию с собой возил всех там кого мог самолет януковича приземлился в Белорусскому аэропорту, что он там делал, и был ли вообще Янукович, я нигде не нашел э, подтверждение, что он там был лично. Но вброс, э, репортер, по-моему, это издание, там часть белорусских пабликов написали, что он был, и он присоединился к переговорам. Не знаю, не видел, но зачем самолет гоняли? А вот гоняли его под один простой вопрос, под одну простую фразу. То есть, Путину в во время этого визита, во время пресс-конференции, задали один вопрос что ну, про легитимность Зеленского. И он сказал, что, собственно, он уже как бы нелегитимный. Надо понять, с кем и как нам нужно разговаривать. Ну вот для чего гоняли самолет Януковича. А, мол, там уже нелегитимный, а у нас есть легитимный здесь. Вот он там, самолет, приземлился. То есть, я не думаю, что Януковичу это вообще даром не нужно. Я думаю, что когда в 22 году его потащили в Минск. Ну, там же должны были его с помпой просто подвести к банковой. Он должен был приземлиться, сказать, вот он я вернулся, помахать ручкой и сказать, вот я теперь буду править всех силовиков под контроль, жесткие репрессии и так далее. Но что-то пошло не так. Я думаю, Януковичу он, он просто проклял тот момент, когда ему снова сказали вылезти на белый свет и давай-ка, он уже там в Москве, брос бизнесами, все, вся эта сбежавшая тусовка Захарченко и все остальные, они уже там все нормально поделились с ФСБ, Камазер перераспределили в Арабских Эмиратах, купили все, что надо. Он уже жил себе нормальной пенсионной жизнью и тут его решили вытащить и сказать «давай». Снова будешь сейчас, снова в Украину, там тебя сейчас встретят нормально. Я думаю, конечно, он проклял все. И сейчас опять его деда, как говорится, из берлоги вытащили за ноги и говорят, давай. Он, скорее всего, прикинулся, что ему там плохо, у него что-то там приключилось с ним, как всегда. И пришлось отправлять просто самолет, погонять, чтобы показать, что вот Янукович сейчас тут и здесь присутствует. На самом деле, скорее всего, его там не было. Ну и каких-то резких заявлений по, по, поводу ядерных учений не, не случилось. Это с одной стороны, то есть все, все, что, все, о чем они договорились, Путин и Лукашенко, оно сейчас начнет происходить. Сейчас Лукашенко новые учения, он уже погнал на границу там, с Литвой проводить учения, сейчас там новые какие-то витки агрессии будут. И Путин, конечно, заявит, то есть им нужно градус повышать и учения, ну все как-то так, не сильно испугались, да, ну я про Украину вообще молчу, Европа, ну как-то, ну да, что-то Путин там показал какие-то ракеты, ну и, и до свидания, надо повышать, поэтому начинаются провокации на границе, поэтому появляется исчезает проект по изменению от, от границ э, морских с Литвой и Финляндии, поэтому на реке Нарва происходит конфликт. Российские пограничники украли демаркационные буи, которые границу по реке обозначают. Сейчас спросят объяснить Соединенные Штаты, зачем это сделать? То есть не могут понять. Вы это просто украли, потому что вы всегда крадете. Или тут какой-то умысел есть, вы хотите границу подвинуть. То есть начинаются вот эти моменты. Лукашенко, конечно, уже задолбался пугать, он очень комично выглядит, когда пугает, но придется, придется снова какую-то там страшилку показать. То есть я думаю, что сейчас вот у Путина будет визит в Северную Корею. Обратите внимание, цепочка визитов Путин в Китай, Путин к Лукашенко, Путин в Северную Корею. Сейчас они все эти клуб диктаторов, страны, которые входят в клуб диктаторов, будут обострять обстановку по всему миру. Китай двухдневное учение вокруг Тайваня угрожает. Мы вам там сейчас покажем. Сейчас вот захват Северная Корея. Скорее всего, аналитики говорят, активизируется действительно там будет запускать ракеты опять в Желтое море или еще что-то делать. Ну вот такие будут акты неприкрытой агрессии проводить. Ближе к выборам в Соединенных Штатах, чтобы показать, что ну по большому счету, хотя Путину ближе Байден, мне кажется, я буквально недавно абсолютно прекрасное видео посмотрел. Я, наверное, сделаю там потом как-то отдельную программу, где сенатор допрашивает фактически Энтони Блинкина и говорит: Послушайте, при Байдене Иран стал добывать 2 миллиона баррелей э, нефти продавать. А при Трампе 300 тысяч было. А что, что вам не хватало? У Трампа были какие-то другие инструменты, может быть, у его правительства? Нет. А, примерно такую же статистику приводит. 40 было кораблей у Ирана контрабандных. А сейчас там их 200. Ну, то есть, мы же понимаем, что там и оружие, и все что угодно возят. Ну, Короче, что-то странное произошло за каденцию Байдена, хотя говорят, что там больше сам Обама имеет влияние. Что-то странное произошло, что диктаторы так расправили плечи. Обратили же вы внимание, нагло абсолютно себя ведут, поэтому сейчас ждем серию провокаций различных, сейчас ждем обострения, максимально э, курс на устрашение Европы, диверсии, взрывы, все, что хотите нарушения воздушного пространства, пересмотр границы, инциденты на, на границе. Если раньше мигранты просто палками бросали со стороны Беларуси камнями, не исключая, сейчас там где-то постреляют, где-то подожгут что-то. Ну, в общем, начинается. И это все ровно потому, что, простите, по щам никто не влупит этим взорвавшимся гопникам. Ну, они уже не гопники, то есть это уже просто деды, оборзевшие деды, которые в страхе держат весь мир по старой памяти. Ну а весь мир, по-моему, готов э, держаться в страхе. Поэтому, но есть все-таки адекватные люди, которые начинают рассмотрение вопросов об ударах по территории России западным оружием. И в принципе в этом направлении продвижение есть. Поэтому вот так из э, дедовья кодла и задергалось. Спасибо этим хорошим людям за то, что у них есть э, разум. Подпишитесь на этот канал, берегите себя, берегите своих близких. Если хотите поддержать канал, есть ссылочка в первом комментарии или в описании. Э, команду, которая делает эту аналитику, команду, которая это все монтирует, снимает и так далее. То есть, если хотите поддержать, там в первой ссылочке нажимаете просто и вводите э, любую. Сумму доната и команда вам всегда скажет спасибо. Ну а я уж так тем более. Спокойного нам всем дня и слава Украине.